Приветствую всех. Сегодняшнее видео про то, как из автомобилей стреляют пневмопушками, отравляющими веществами. Вот на фото, в фоторежиме удалось заснять эти выстрелы. Сейчас видны сгустки отравляющего вещества, выстреленного из пневмопушек в направлении моих окон. Ну, в общем, здесь на этих фотоснимках все прокомментировано текстом. Автомобили подъезжают в район дома, в район окон и начинают выстреливать из пневмоустановок отравляющие вещества в окна с целью причинения вреда здоровью, отравления. Ну и также в конечном итоге причинение непоправимых болезней и смертельного исхода. Это их не цель. Вот на этих фотографиях видны, значит, эти сгустки, которые они выстреливают из своих скрытно установленных пневмопушек. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, распространяйте мои видео и эту информацию о преступлениях власти.